76 погибших, 110 раненых. Таковы уточненные данные по тройному теракту в южном пригороде Дамаска. Напомню, все произошло в густонаселенном районе города. Там находится мечеть, рынок и остановка общественного транспорта. Сначала экстремисты дистанционно подорвали заминированный автомобиль. Немного погодя, взорвал себя террорист, находившийся неподалеку в рейсовом автобусе. Его сообщник дождался, когда вокруг начали собираться люди, чтобы помочь пострадавшим, и привел в действие третью бомбу. Ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ, запрещенная во многих странах, в том числе в России.